Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 8 августа. Преподобный Григорий Синаит родился около 1268 года в приморском поселении Клазомены около города Смирны, Малой Азии, от богатых родителей. Около 1290 года он был взят в плен горянами и отправлен в Ладикию. После освобождения преподобный прибыл на остров Кипр, где постригся в иноческий чин. Затем он отправился на Синайскую гору и принял там великую схиму. Исполняя послушание повара и пекаря, преподобный был также искусным писцом и превосходил всех в чтении и знании священных и отечественных книг. Строгость его жизни, пост, бдение, псалмопение, стояние на молитве одних приводило в изумление, а у других вызывало зависть. Удалившись из монастыря, преподобный посетил Иерусалим. Некоторое время он жил на острове Крите, а затем обошел на Афоне все монастыри и всех подвижников. Таким путем он вобрал многовековой опыт иноческой жизни древнейших обителей. Лишь после этого преподобный Григорий Синаит построил себе в уединенном месте Исихостерий, келью для безмолвия и беспрепятственных занятий умной молитвой, соединенной с тяжелым иноческим трудом. Драгоценным наследием преподобного Григория является наставление о внутренней жизни, 15 глав о безмолвии и 142 главы о заповедях, где он говорит, что ищущий уразуметь заповеди без исполнения их и через учение и чтение, обрести то желающий, подобен человеку, воображающему тени вместо истины. Добротолюбие в русском переводе, том 5. Преподобный известен и как замечательный песнопевец, ему принадлежат припевы, достойные есть канону Пресвятой Троицы, читаемые на воскресной полуночнице. Заботясь о распространении иноческого делания, преподобный основал несколько келий на Афоне, 4 лавры во Фракии. Представился Григорий преподобный в 1310 году, некоторые источники указывают 1346 год. Своей так называемой скрытной парарийской обители, основанной в горах Македонии для строгих последователей его жизни. На русском языке издано «Главы зело полезные словеса различные о заповедях, догматах, муках и обетованиях, и все же о помыслах, страстях, добродетелях безмолвии и молитве числом 142». Введение, известное о безмолвии, молитве, и все же и о знамениях благодати и прелести, и кое есть различие теплоты в действиях. И яко без наставника прелести удобно побеждаемся. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.